Указом главы Калмыкии в республике продлен режим ограничений до 29 ноября. Также в регионе продолжают действовать рекомендации по соблюдению самоизоляции для граждан старше 65 лет. Решение принято по итогам оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Калмыкии. В ходе заседания оперштаба было определено, что в республике не достигнуты показатели эпидемиологического благополучия, которые позволяют перейти к следующему этапу снятия ограничений. В этой связи на территории республики сохраняется действие мер по соблюдению масочного режима и социальной дистанции.